Лето, август, Славянск на Кубани. Для жителей нашего района это означает только одно – фестиваль. Его любят, его ждут с нетерпением. Ведь уже сейчас, до начала официального открытия 9-го международного фестиваля славянской культуры, в Северном парке собрались сотни людей. Каждый фестиваль, он чем-то поражает тебя. Радуешься и что-то новенькое для себя. Массовость, зрелищность. Ну и красиво, здорово, приятно. Это наша традиция, это дружба между славянами, нашими, южными, все, кто есть славяне, это здорово. Все ждали целый год этот праздник, поэтому и пришли. Чего ждете? Отдохнуть, ну не знаю, посмотреть концерт, получить удовольствие. Зрители в концертном зале фестивальной начали собираться задолго до начала концерта. Основную часть билетов на торжественную церемонию открытия фестиваля раскупили еще за несколько дней до этого события. После традиционного шествия делегаций стран-участниц в Северном парке, творческие коллективы из Беларуси, Чехии, Словакии, Македонии, Болгарии, Сербии, Боснии и Герцеговины, а также разных уголков России, уже на площадке концертного зала показали свои визитные карточки. Небольшие, самые яркие отрывки концертных номеров. Раз мальчишечка родился там в целом свете, сирота. На дворе ненастье, видно, радость полюбилась мне, девчонка, красота, ой, горе, несчастье. Что ж ты, роза, глянешь без мороза, горькая осинушка, да без ветра шумит. Главное культурное событие года – 9-й международный фестиваль славянской культуры открыл глава Славянского района Роман Синеговский. Нас разделяют границы и расстояния, но неразделимы наши души и сердца. Наша культура и стремление жить в согласии, уважая друг друга. От всей души желаю нашему культурному форуму долголетия и сохранения лучших традиций. А его участникам и гостям приятного общения, ярких впечатлений – и отличного настроения. Дорогие друзья, 9-й международный фестиваль славянской культуры 2013 объявляется открытым. С праздником мира! С праздником единства! С праздником дружбы! Мы поздравляем вас, дорогие друзья! Приветствуем участников и гостей фестиваля славянской культуры «Славянск-2013». Участников и гостей фестиваля поприветствовал вице-губернатор Кубани Иван Перонко. Фестиваль стал важным и знаковым событием культурной жизни не только района, но и всей Кубани. Хотелось бы пожелать участникам фестиваля новых творческих успехов и удачи. Пусть здравствуют и процветают славянские народы. Пусть крепнет дружба, мир и сотрудничество между нашими государствами. С приветственным словом выступил депутат Законодательного собрания края Виктор Чернявский. Только культура и дружба людей – самое главное, что у нас есть в жизни. Для старшего поколения это возможность окунуться в атмосферу тех дней, в которых прошла их юность и молодость. Для молодого поколения это возможность понять, что главное для нас – это мир, дружба и единство. С праздником вас! Всем крепкого здоровья, больших творческих успехов! Приезжайте в Славянск! Ура! В этом году на фестиваль славянской культуры приехало много почетных гостей. Это заслуженный работник культуры России, главный дирижер Государственного российского дома народного творчества Анатолий Цеп, исполняющий обязанности министра культуры Краснодарского края Галина Солянина, художественный руководитель, генеральный директор Краснодарской филармонии имени Григория Пономаренко, сопредседатель жюри Вера Пономаренко. Заместитель посла Болгарии в России по вопросам культуры, председатель жюри Бисер Киров. Болгарский исполнитель, конечно, не мог не порадовать славянцев и гостей праздника песней, которая как нельзя лучше отражает идею фестиваля. Ведь с ней поется о дружбе, понимании и единстве наших стран. Нам пред границами вечно, обычай дорогой, хранить свой дом и честь, своей земле родной.
точно знаю я все Россия и Болгария. Друзья. В прошлом году единственный раз за всю историю фестиваль славянской культуры не проводился. Для организации главного культурного форума было все готово. Однако в связи с трагическими событиями в Крымском районе, Новороссийске и Геленджике организаторы приняли решение перенести фестиваль на следующий год. И вот на форуме «Славянск-2013» вновь принимают участие творческие коллективы и мастера прикладного искусства из Крымска. Кроме того, делегация из Крымского района приехала на открытие фестиваля. Именно славянцы смогли сплотить, вот эти славянские корни найти, сохранить это все и развивать с каждым годом. Ведь фестиваль набирает обороты. Если раньше он проходил на площади возле дворца, то сейчас вы видите, какой масштаб уже. Впечатления самые яркие. Я просто в восторге сижу и, честно говоря, зажигательная вот эта музыка, эта культура нашей России – настолько трогает, настолько завораживает, просто в восторге. Атмосфера в концертном зале царила особая, фестивальная, которая заряжала невероятной энергией абсолютно всех – и зрителей, и участников. Где еще, если не здесь, можно увидеть, как под задорные казачьи мотивы потанцовывают артисты из славянских стран? Вот оно, единство. Удивили сегодня зрители. Люди, которые вот встречали вот в процессе прохода нашего вот по аллее, такие лица были вот восторженные, радостные, открытые. Добродушные. Такие глаза редко бывают. Надо воспитывать молодежь вот только на таких фестивалях. Делать их почаще в разных городах. Вот. Может быть, иногда ближе к нам, может быть, в Сибири. Постоянно делать такие фестивали. Фестиваль славянской культуры имеет открытый формат. Поэтому своим творчеством здесь делятся не только представители братских славянских стран, но и гости из Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Алании и Адыгеи. Из ансамбля «Майкопчанка» привезли на фестиваль новую танцевальную композицию «Девичий перепляс». Особенность танца в том, что участницы коллектива исполняют его только на пальцах. По словам Сусанны Цыку, ребята не раз бывали на форумах подобного масштаба, но аналогов нашему фестивалю не встречали. Это наоборот очень хорошо, чтобы мы знали не только свой народ, но еще и других, с кем-то подружились, где-то нашли новые знакомства, завели. Кому-то в гости поехали станцевать, кто-то к нам приедет выступить. Это же тоже хорошо. Каждый год организаторы вносят в программу форума что-то новое, интересное. 9-й международный фестиваль славянской культуры не стал исключением. Настоящим подарком для зрителей стало выступление народных артистов Республики Беларусь Ядвиги Поплавской и Александра Тихановича. Дорогие друзья, сегодня чудесный день, фестивальный день. Это событие, которое дарит нам, нашей душе, радость, счастье, красоту. И всем, всем отличного настроения, радости, улыбок и каждому счастливого случая в жизни. Вошел в автобус переполненный и очутился у окна. Спросил девчонку незнакомую, зачем это пусто вы одна? Куда вы едете?
хочется к славянскам на фестивале песню спеть. Такой счастливый случай, такой счастливый случай, такой может с каждой вполне произойти. Случайно мы попутчик, случайно мы попутчик, а вниз с ним оказалось надолго по пути, надолго по пути. И сразу стало очень весело, но я сказала, там жара. Славянск, тепло, сердит. А если так, все лучше вместе нам. Не приземлиться ни на льдину нам, еще б напевать пингвинами, нам побратить погоду бьюшную и рыбки кружину поесть. Опять играет музыка, для нас она звучит. Веселится с нами музыка, с нами музыка молчит. Снова мир наполнен радостью, но в паузах слышна просто тихая мелодия и печали тишина. Над нами словно ласточка удача пронетет, и кому-то счастье встретится, а кого-то обойдет. Не разделишь в мире поровну ни деньги, ни успех. Так пускай хотя бы музыка будет музыкой для всех. И стоит в жизни улыбаться. Вместе будем слушать музыку, и вместе будем танцевать. И не надо нам придумывать для этой музыки слова. Ведь сколько бы слов не выдумать вновь, они про любовь. Знаменитые белорусские артисты нашей съемочной группы, от пребывания на кубанской земле и в гостеприимном Славянске на Кубани они просто в восторге. Но вот то, что здесь мы видим, то, что мы слышим, то, что делают наши коллеги, это прекрасно. Это настолько феерически, настолько ярко, настолько душевно, глубоко и тонко. И хочется сказать, гей, славяне, это здорово, спасибо большое, потому что действительно вы здесь, на славянской земле, объединили столько много славянских стран. И каждая из них привезла сюда лучших своих представителей. Спасибо за то, что мы сегодня вместе с вами. Нам очень приятно, что мы в Славянске на этом замечательном фестивале. Алена Лавринова, Павел Трифонов, Андрей Постовой, Георгий Калинин, Александра Тимовская. Специально для дневника фестиваля «Славянск-2013».